Капелева, красный главный гайд, Санжар Тилякматов, Академия физической культуры и спорта. 2000-го года рождения, боксом занимается 5 лет, еще к боям не ведет. Тренируется под руководством Акайтата Абаева и заслуженного тренера Кыргызской республики Данияра Джусупалиева. Данным соревнованием готовил Акайкат Абаев. Закончился второй раунд. В седьмом углу отдыхает кандидат мастера спорта, студент Академии физической культуры и спорта, воспитанник Республиканского спортивного колледжа имени Шерала Садыкова Садырбекулу Бахтыбек. 2002 года рождения, боксом занимается 5 лет, еще к боям не ведет. Тренируется Бахтыбек под руководством Айбека Байсаякова. Данным соревнованиям готовили Айбек Байсаяков, заслуженный тренер Кыргызской республики Кенжибек Акилбаев и тренер Азамат Аширов. Для награждения приготовится спортсменам весовой категории 51 килограмм.
рабочих. В этом бою с учетом 4-1 победу одержал Сандиан Сидоров.